вопрос. Может быть, ты знаешь, там дорогу вот сюда дальше проехать и здесь поворачивать. Добрались мы почти до озера, осталось еще километрик пешком через лес. Приключений хватало, лужи были замерзшие, проезжать было проблематично, но добрались, слава богу. Сейчас идем на озеро, ну и там уже быстрее расставляться, ловить рыбу. Ну вот, проходили, люди уже там начали ловить, так что рыба есть. Надеюсь, у нас поклевки будут. Ну, посмотрим, день еще целый впереди. Так что. Офигеть, только поставили. Только поставили. Вот, видишь, крутит? Ну, вроде все. Ну, здесь самое главное, важное. О, тихо. Когда она становится, дернуть ее. Вот первая с почином. Такая небольшая щучка. Тихо. Но приятно, зато первое. Только поставили, только-только. И даже еще не успела пожевать живца. Можно его даже, в принципе, оставить. Сейчас мы его оставим. Если честно, немножко неправильно, потому что нужно было, да, заживать. Но здесь я знаю, что у меня крючки, в принципе, достаточно большие. Поэтому при подсечке я знаю, что я с вероятностью там 90% засеку эту рыбу. Даже ту, которая еще не успела заживать живца. Я все-таки сменю. Немножко он все-таки полудохлый. Стресс получил. Может быть, в воде оклемается. Берем просто живца. Кстати, клюнул на карасика. Под плавничок. И опускаем. Здесь, в принципе, не глубоко. Буквально сантиметров 80 делаем вынос. Все. Жерлица готова. Ну, по правилам разрешено 10 жерлиц, вот десяточек я и расставлю, больше не буду. Ну, больше и не надо, при хорошем клеве проще их переставлять из места в место. Ну, собственно говоря, поклевок будет значительно больше, просто облавливаешь большие участки. Сейчас просто я буду ставить на открытом месте, в камыши пока не полезу, посмотрю, там ребята тоже поставили, будут ставить, вернее, в камышах. На их эффективность посмотрю. То есть, ну, где лучше, туда и буду переставляться потихоньку. Ну вот очередная луночка. Сейчас мы ее зарядим жерлицей. У меня, в принципе, все готово. Беру кружок. Достаю саму жерлицу. У меня все заготовлено. Крючочек тут. Ловлю на двойнички в основном. Тройничков, как мне показывает моя практика, все-таки рыба больше пугается. На двойнички поклевок больше и зацепляемость все-таки больше. Берем флажочек. Фиксируем его. Так, жерлица у нас подготовлена. Здесь, в принципе, глубина небольшая. Делаем отмер примерно сантиметров 50-60. Подготовили. Теперь живец. Живец у нас сегодня карасик
и плотвичка, что попадется. Попался карасик. Нет, другого заменим. Этот уже был в употреблении. Попалась плотвичка. За верхний плавничок делаем осторожный прокольчик. Одним крючком. Все, у нас жерлица готова. Вот такая вот простая снасть. Собственно, все. Ждем большой толстой щуки. Ну, я сейчас буду ставить жерлицы в одну линию вдоль берега. Здесь втекает небольшая речка, получается как бы вдоль ее русла. Тут русло такое условное, глубины не очень большие. Поэтому так, ну, действительно, условность, там, перепады от береговой части до моих лунок будет, ну, в лучшем случае, там, полметра. Но, тем не менее, перепад будет, поэтому, ну, я тут уже ловил не первый раз, ставил здесь всегда. Поклевки здесь всегда были, ну, довольно часто. Плодоруба именно в этом месте не особо крупная всегда попадалась, но улетают иногда экземпляры. Что сегодня будет, ну, неизвестно, вот погода изменилась, вчера было солнце, и ясное небо абсолютно, а сегодня уже снег пошел. Ну, чувствуется перемена погоды, как это отразится на клев щуки, неизвестно. Может в лучшую сторону, может в худшую. Лед тонкий. О, ну, сантиметров 7, наверное, есть. В принципе, практически по всему водоему там есть где-то промоина, но мы туда не суемся. А так везде где-то такой. Вполне выдерживает, потрескивает, если там втроем собираешься, вдвоем отлично держит. Ну что, только расставились, вот уже первая поклевочка, флаг загорелся. Сейчас посмотрим, поклевка ли это или пустая сработка, ну, проверить надо. Поклевка, мотает. Ну, тянуть не буду. А, мелочь какая-то. Ну, вот такая вот. Живца, к сожалению, сожрала. Но рыба есть. Первая поклевка. Вот обратите внимание, верхняя часть жерлицы как обычно. Ну, здесь поводок обязательно для ловли щуки. А вот дальше у меня идет два двойничка. Один большой, ну, другой поменьше. На который поменьше я как раз и сажаю живца. Ну, вот в качестве живца у нас сейчас идет карасик. Лучше бы, конечно, плотвичка была, но так как покупали, были большие проблемы в этот раз с плотвой в городе. Поэтому приходится ловить вот на такое. Ну ничего, тоже поклевки есть, поэтому. Здесь глубина порядка, ну, 1,5–2 метров. Поэтому я отпускаю где-то метр под лед. Этого более чем достаточно, чтобы щука увидела и клюнула. Вот, ты же бросила. Остановилась, пожевала. Ну давай, не упусти шнурка. Ну не, ничего такая. Нормальный шнурок. Нормальный такой. Где-то примерно. Вот не мотает. А, мотает. Мотает. Ну, размотал это знатно, но мелочь, ну, хотя такая же примерно, мелочь.
взял вообще чуть-чуть за губу. Такую мы отпустим, вот там куда-нибудь отойдем подальше, чтобы она опять не клюнула. На живца лучше всего использовать ту рыбу, которая, ну, в данном водоеме более предпочтительна, потому что на каждом водоеме у щуки свой вкус. Ну, например, есть в той же Карелии, если ловить, есть водоемы, где кроме окуня, да той же щуки, ну, просто другой рыбы нету. Естественно, если туда привезти плотву, ну, для рыбы это будет, мягко говоря, странно. То есть у нее в ее рационе она не входит. Но здесь плотвы летом обычно много. Ну, впрочем, здесь и карась есть, и линь есть, тут много кого есть. Но вот из опыта лучше всего именно плотва. Где-то, по-моему, стрельнула. Не представляется. Давай, тащи. Я думаю, уже можно, нечего ждать. Главное, подсечка. Давай. Есть. Ну. Небольшая рыбка. Да. Мелочь. Да, нижнюю губу. У Димы там рядышком, он чуть поглубже стоит, у него поклевок значительно больше. Сейчас буду переставляться. Так что пошел сверлиться. Ну что же, я собрал сейчас жерлицы, на которых в течение 2 часов не было вообще никаких поклевок. Ну, скорее всего, на них и не будет. И буду ставить на новые точки. Надеюсь, там они сработают лучше. Погода, конечно, испортилась совсем. Но мы надежду не теряем. Надеемся, что еще будет. Ну, подождем. Что мотает так знатно. Что-то такое нормальное более-менее. Блин, отмотало-то знатно. Ну что ж. Уже что-то. Ну, вот такой результат сегодняшнего дня. К сожалению, ничего трофейного даже близко не было. Вся вот, ну, такая тут. Кило, до кило, там грамм 700-800 мелочь отпускали. Ну, так, поклевки были, но рыбы, ну, маловато на самом деле. Обычно по первому льду все-таки рыба клюет получше. Ну, правда, погода испортилась, причем очень сильно. Вчера там и до этого целая неделя стояла ясная погода, морозила. А сегодня потеплело резко, и вот снег посыпал. Возможно, из-за этого как бы рыба стала очень неактивная. Но результат все равно какой-то есть. Что-то привезем домой, сделаем котлеты. Все пойдет в дело. Ну, к сожалению, трофеев не было. Хотя поклевка одна была. Хороший был сход, подержать удалось. Но, увы, вытащить не получилось. Все, сейчас пойдем сворачивать снасти. Всем всего хорошего.